Вот и подошел к концу один из самых сложных этапов жизни каждого выпускника – сдача единого государственного экзамена. В течение года дети активно готовились. На данный момент самая сложная часть уже позади. Осталось лишь ожидание результатов. Выпускница школы номер 4 города Каспийска Эльмира Курбанова уже получила свои заветные 100 баллов по русскому языку и принесла школе и близким безграничную радость. Они очень сильно обрадовались. Они были рады за меня, потому что видели, как я стараюсь, как я иду к своей цели. И они очень горды мной. Я надеюсь на это. Для начала шок. Я не ожидала, конечно. Была удивлена, не верила этому. Но потом безграничная радость, что мои старания окупились. Такой успех вызван кропотливой и непростой работе Эльмиры, которая все свободное время старалась уделять учебе, а именно подготовке. Занимаясь в течение года с педагогами дополнительного образования школы и учителем русского языка, написание экзамена стало одним из самых легких. Готовилась упорно. Хоть она и говорит, что год, я видела, как она занималась все эти годы. Начиная вот с 5 класса, ну, я наблюдала за ней. Она у меня с 10-го, но я ее знала очень хорошо. Поэтому, несмотря на то, что ее здоровье подводило, порой девочка семимильными шагами шла к своему успеху. Благодаря своему упорному труду, желанию достичь этой цели. Кроме того, большую роль в развитии желания и стремления к знаниям девочки сыграла сама школа, которая на протяжении года активно проводила различные мастер-классы, дополнительные занятия и семинары для привлечения выпускников подготовки. Школа наша является своеобразной кузницей кадров, потому что несколько директоров города Каспийска начинали свою педагогическую деятельность именно в этой школе. И учителя у нас почти все с опытом. Хорошо развита система наставничества, благодаря которой неопытные учителя получают хороший опыт под руководством более опытных учителей. Они не остаются на самотек. Сейчас Эльмира готовится к поступлению в медицинский институт по направлению стоматология. Там девочку ждут новые испытания и сложности, с которыми она однозначно справится, считают педагоги. Такая большая радость пришла не только в школу номер 4, но и в образовательное учреждение номер 6 имени Омарова, где выпускница Элиза Идрисова принесла школе заветные 100 баллов, заработанные на едином государственном экзамене по русскому языку. По ее словам, она абсолютно не ожидала такого результата, так как ей казалось, что это невозможно. У меня была мысль о том, что те, кто набирает, соответственно, 100 баллов, они обладают какой-то определенной одаренностью, и что со мной такого не может быть. Моя подготовка проходила благодаря моему классному руководителю, а также репетитору, которым я очень благодарна, потому что каждый из них внес свой вклад, соответственно, в мой результат. Сегодня Элиза с улыбкой вспоминает тот день, когда ей сообщили, что на табеле результатов стояла отметка 100. Я выходила с экзамена по английскому. Я была немного расстроена, потому что было пару сложных заданий. И я выхожу, не успела я, соответственно, выйти из школы. И меня начинают поздравлять учителя. Мне хотелось одновременно и плакать, и радоваться. Ну, соответственно, все это от больших эмоций. Вот, ну, ощущение было того, что это сон, и как будто бы, ну, вот, не верится в первые секунды. Близкие, родные, директор школы номер 6 Мадина Гамзатова поддержали Элизу на протяжении всего учебного процесса. В особенности ее бабушка, которая вложила в Элизу много труда и стремления к такому успеху. Больше всего меня поздравила и, так скажем, поддерживала моя бабушка. Вот, она и финансово, и эмоционально, так сказать, вложилась в меня. Вот, и, соответственно, родители были очень счастливы, папа вообще был в шоке. И мама тоже очень сильно гордилась мной. Очень много родственников меня поздравляли после этого события. В планах у девочки покорять вершины столицы России. Она активно готовится к поступлению в московский РУДН, где мечтает обрести новые знания и достичь немало успехов. С такими баллами, надеюсь, у меня будет примерно такой же результат по остальным предметам, поступить в РУДН.
Вот. И, соответственно, дальше уже развиваться в направлении, в котором я хочу. А выбрала рекламу и связи с общественностью. Еще одна каспичанка получила 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку, выпускница ГИМХО Камила Абдулаева. Стобальницы города Каспийска совместно с педагогами муниципалитета изъявили желание поддержать добрым словом и дать правильные советы всем выпускникам. Не надейтесь особо на удачу, потому что все равно удача, она присутствует в экзамене, она играет роль, но, соответственно, здесь больше влияет ваша подготовка. Ни за что не откладывайте выполнение своих домашних заданий, которые вам дает репетитор или классный руководитель, потому что, накопив все это, у вас будет просто, точнее, на вас будет эмоциональный груз. Во-первых, это, конечно же, каждый день заниматься. Не опускать руки, верить в себя. Не волноваться, наверное, потому что волнение играет огромную роль. Учась в 11 классе, они осознали всю серьезность подготовки к ЕГЭ, потому что впереди их ждет большая серьезная жизнь и выбор профессии. А это немаловажно для жизни человека. Поэтому дети осознанно идут, но хочется, чтобы они еще более серьезно шли к этому. Детям всем желаю хорошей, счастливой жизни, чтобы все были здоровы, чтобы все достигли всех своих желаний и достигли своей мечты, достигли всех целей, которые они ставили перед собой. И, конечно, мирного неба над головой.